Здравствуйте, уважаемые пользователи портала Star Auction. Меня зовут Вадим Ярошенко, я ведущий канала M1. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию вот такой вот интересный лот. Смотрите, вот этот браслет, он непростой. Попал мне в руки очень интересным образом. Дело в том, что отдыхал я когда-то в Крыму и познакомился там с настоящим индейцем. Ну а где настоящий индейец? Конечно же, в Крыму. Вот. Он мне признался, что он непростой индейец, он шаман в пятом поколении. И предложил мне вот такой вот браслет. Сказал, что этот браслет тоже, опять-таки, повторюсь, непростой. Этот браслет дает вам 200 хп, плюс 100 маны, плюс 5 владения мечами и 20% увеличения владения светлой магией. Интересен факт, что в конце разговора он мне сказал такую вещь, что когда я загадаю желание, этот браслет отработает его, и оно исполнится, я обязательно должен этот браслет передать. Но передать не просто так, а обязательно за какую-то денежку. И я думаю, что сейчас как раз представился замечательный случай, чтобы это сделать. Он действительно принес мне то, что я и загадывал. Надеюсь, он принесет и вам то, что вам еще никто не приносил. Посмотрите, какая красота, да? Это магический артефакт, это не просто так. Я желаю вам удачи. Также мне хотелось бы пригласить вас всех посещать мою страницу на портале Star Auction, где я смогу ответить на ваши вопросы лично, подчеркиваю, не какой-нибудь человек будет за меня это делать, Вася Пупкин, а лично я отвечу на все ваши, даже самые каверзные вопросы. Ну а тому, кто приобретет этот браслет, я думаю, что того человека ожидает что-то магическое. Если я смогу этому посодействовать, то я это сделаю с удовольствием. Ну а что это будет? Пусть это пока что останется интригой. В любом случае, не забывайте, что мы будем учитывать и ваши пожелания.